Турецкий отель Белек Бич Резорт. Идем в ресторан Элит Корпусов. Нас тут ждут, оказывается. Этот ролик, он бы как бы микс. Здесь сняты завтраки, ужины, обедов здесь нет. В этом ресторане мы пытались в обед в другом месте. Я потом ролик сделаю специальный. И несколько дней здесь объединены. Готовят на утро здесь омлетики. Жалко, что не так быстро, как хотелось бы. Тут всегда вот создавалась небольшая очередь. Ну, эти для завтрака блюда там... Поджаренный сырок, яичницы с наполнителями, булочки различные, колбаска жареная, омлетики вот такие уже приготовленные, стол с сырами. Ну, тут это моя любимая тема, я очень люблю сыры. Я перепробовал все, включая такие экзотические, как сыр, приготовленный в шкуре животного. Уж очень на вкус он такой специфический, ну, как говорят люди, с душком. Постоянно утром красная рыба, ее много, не расхватывает, всегда вы придете, вам хватит. 2-3 вида рыбы, это подкопченная, соленая, мясная нарезка, не так богато, как хотелось бы, но все равно колбаски из различных видов есть. Мягкие сырочки, масло и фруктовый стол. Чуть попозже я вам покажу, что этот фруктовый стол стал побогаче. И утром стоечка с фрешами. Фреши готовят не в отеле, их привозят в специальных таких бутылях огромных, 5-литровых. А это уже на ужин я снимаю. Как-то супы в этом отеле мне не зашли, я смотрел название, консистенцию, так поварёшечка помешая, как-то жидковато, то есть не брал и ничего могу сказать по этому поводу. Пицца 2-3 видов с различными наполнителями. Тут Сонечка у меня вышла из фокуса, но поясню. Это вот стойка с блюдами, там, значит, мясные блюда, рыбные, птица, разнообразно, очень вкусно. И еще раз повторюсь, здесь нет очередей, как в основном ресторане. Там постоянно какая-то суета, ребятишки вас с тарелками, с этими коронами трескают. Встать, чтобы любимое блюдо дождаться, приходится все равно в очереди стоять. Здесь, в Элит-корпусах, все чинно, достойно, спокойно. Переходите, выбирайте, кушайте. Ну, это все нахваливаю Элит-корпуса. Стойка с вкусностями, ну, это отдельная тема, это турецкая фишка, это они тут молодцы, всего-всего-всего. То есть, прощай, Талия, здравствуй, хорошее настроение. И опять этот фруктовый стол, и я вам сказал, что покажу изменения в этом столе. На второй день нам стали давать еще и черешню. Кстати, этих ягод я не видел в основном ресторане. Ни утром, ни на обед. Ну, правда, на ужин мы туда не ходили. Гриль очень понравился. За стеклом центровое блюдо. Там, значит, специально в соусе, там, допустим, мясо, там, баранина, рыба, там, птица какая-то. Гриль овощи, обязательно гриль мясо, обязательно гриль птица и обязательно гриль рыба. Так вот гриль выглядел на рыбный день. То есть у нас там были раки, крабы, чуть попозже появились креветки, но к этому времени мы уже ушли. Центровое блюдо здесь была рыба. Название у нее соленая рыба, но очень вкусно. Ну а так антуражность создали в основном ресторане. Ну, тоже так горой так крабы насыпаны, раки. Устрицы вот эти же были пресловутые, не взял, я их не попробовал, но ничего страшного, может когда-то еще попадутся. И снова ресторан в Элит-корпусе, это уже вариант гриля, там, когда готовят пасту с различными наполнителями. И блюдо у них тут такое было интересное, белокочанная капуста с мяском, ну вот прям как у бабушки из русской печки, вообще вкуснятина. Суши постоянно нам готовили. Салаты, центровой салат, у них русский салат, попытка сделать оливье, но с их майонезом и наполнителями, конечно же, не вышло. Овощной стол, ну, Турция сельскохозяйственная страна, всего-всего достаточно. Ну, я тут в основном налегал на оливки. Кофейно-чайный столик. То есть тут привозят вам напитки на тележке, так по заказу принесут, но всем же охота самим своими руками вот скипятильничка из этого взять там, от самого взять там... пошарудить вот эти вот пакетики, запарить там самому себе. Вот этот вот автомат,
он пакетированные соки. Но пакеты такие огромные, литра по 3, наверное, коробки туда заправляются. Ну, вот эта машина, к которой все стремились. Там кнопочка понажимает, там выбрать себе, попикать. И при необходимости есть кофе без кофеина. Вот эксклюзивчик у нас тут был, шоколадный фонтан. Мороженое 6-7 видов было шариками. А места очень много в ресторане для двух элит корпусов. Место всегда вы здесь найдете. Есть еще выход на террасу. Вот, кстати, вот на этой террасе мы праздновали годовщину нашей совместной жизни с Таней. И если кому интересно, можете посмотреть. Там плейлист есть у меня, ссылочка будет внизу под роликом. Много персонала. Персонал говорит многие на русском языке. То есть общаться удобно с ними. Вот тележка, про которую я вам говорил, где самое, возят напитки. И что приятно было вам, так сказать, кушать, сидеть. Постоянно, тут постоянно живая музыка. Вот дяденька тот саксофон свой все выдувает. Струнный дуэт нам тут музицировал.